дождь сегодня, дорогие мои друзья. Просто ливень с утра. Но ночью шел, и вот сейчас я иду. Я иду к ВКЛ, авиамоторная. Тут еще идет строительство. Когда-нибудь я вам покажу, какая она будет станция. Пока только сделали один там выход. И все. Ну и внутри станцию сделали. Все очень хорошо. Внутри. Я вам уже ее показывала. В следующий раз ее, наверное, не покажу. Никогда не буду. Вот. А снаружи вот везде идет строительство. Когда-нибудь, может быть, в четвертом квартале закончится. Может быть, в четвертом квартале 24 года все-таки закончится. Вот, и я вам тогда покажу все. Потому что, возможно, вот здесь уже будет прям вход. Сейчас пока нужно очень далеко идти, вот кругом стройка. Вот я иду. Лужи. Ну что делать? Такова жизнь в Москве. Много плюсов, конечно, бывает вот такой вот минус в качестве погоды. То есть, когда дождь, то все холодно, страшно как. Это еще в этом году было.